Кинофестиваль «Святой Владимир» в этом году проходит впервые, но организаторы надеются, что в будущем он станет одной из культурных традиций Крыма. В конкурсной программе 30 работ духовно-нравственной тематики. Кто-то из авторов анализирует резонансные события последних лет или повествует о жизни в российской глубинке. Кто-то рассуждает об исторической справедливости, укреплении общественных и семейных ценностей. Документалист Первого канала Наталья Гугуева презентует на фестивале фильм «Освященные любовью» о семье священника Михаила Шика, на долю которой столетия назад выпало множество испытаний. Оба, и отец Михаил, и Наталья Дмитриевна, его жена, были такими яркими личностями. Время, в которое они жили, было крайне тяжело, не такое, как у нас. Но, тем не менее, это такая история действительно ярких семейных отношений, когда люди находили возможность быть вместе, вот, в самом большом таком смысле слова, вместе, находясь годами порознь. Протоиерей Александр Новопашин из Новосибирска много лет занимается реабилитацией наркозависимых. В своем художественном фильме «Меня это не касается» он поднимает тему наркомании среди подростков. Актерский состав – 70 человек, и только двое из них – профессиональные артисты. Мои реабилитанты играли вот наркоманов. Ну, и все снималось на натуре. В павильоне ничего не снимали. В психиатрической клинике, в тюрьме, в настоящем наркопритоне, который накануне вечером наркополиция разгромила, и я попросил, только не опечатывайте, я буду там снимать. Вот. Поэтому в этой ситуации, конечно, в известной мере фильм можно назвать и документальным, потому что каждый исполняет себя. Фильм размышления, фильм приглашение к разговору. Фестиваль духовно-нравственного и семейного кино «Святой Владимир» собрал в Крыму авторов игрового и документального кино из разных уголков России. Есть участники из Украины. На Севастопольской площадке в Доме офицеров флота они не только представят работы зрителям, но и проведут творческие вечера в программе «Множество встреч». Одну из самых интересных назначили на 23 сентября, 19 часов. Эта встреча будет с Виктором Ивановичем Сухоруковым, которую мы назвали «За Севастополь ответили». Он расскажет и о своей знаменитой роли, и о других не менее сильных работах. Отец Александр Новопашин представит свой фильм. Наталья Сергеевна Бондарчук расскажет о своих киноработах и проведет ретроспективу работ своего отца, знаменитого советского режиссера, киноклассика Сергея Бондарчука. Как раз в тот день, когда наш фестиваль закрывается, 25 числа, мастеру кино исполнилось бы 95 лет. В Севастополе торжественное закрытие фестиваля пройдет вечером 24 сентября. В столице Крыма он продлится до 25 числа. Наталья Данилова, Виталий Козловский, Севинформбюро.